нашим внимание главный тренер сборной клуба «Авангард Курск» Сергей Александрович Болотов. Сергей Александрович, ваше мнение, что произошло? Если говорить о чисто футбольной стороне, хочется выделить команду соперника, которая сыграла очень неудобно для нас. Она нас, особенно в первом тайме, достаточно активно прессинговала и по делу, я считаю, выиграла. Мы просматривали их. Очень хорошо, что соперник может играть разнообразно. Где-то они в основном обороняли, здесь они очень активно сыграли в атаке. Еще раз повторюсь, для нас кое-что стало неожиданностью в их игре. Могу их поздравить с хорошей победой. Вопрос. Что нашей команде помешало закончить свою игру соперника? Определяющий, конечно, момент – это травма Духнова. Очень определяющий для нас игрок и очень важный. Игра показала, что в центральной зоне с его потерей возникли большие проблемы. Основное это, и при счете 0-1 мы в какой-то момент оказались в нокдауне и не смогли из него вылезти. Что неприятно, будем разговаривать на эту тему. Нет вопросов. Василий Александрович, не кажется, что вот этот матч к матчу как-то вот команда выглядит все лучше и лучше? Как-то вот особенно не стыдно было за первый матч? Сегодня была неудачная игра, наверное, самая наша неудачная игра. Но хотел бы с этого могу сказать, что в Подольске видите, мы выглядели достаточно хорошо, создали большое количество моментов, к сожалению, не реализовали. Идет строительство коллектива со сложностями, с проблемами, с перерождением, с каким-то, можно сказать, да, сегодня выглядели, особенно первый тайм, не можем. Желаем удачи в дальнейшем.